Доброе утро! Совсем скоро Югру вновь очарует кинофестиваль «Дух огня». Сегодня мы узнаем у жителей Ханты-Мансийска, как бы они сняли свое кино. Вы творческие девочки? Конечно. Да, наверное. Ну, педагог-музыкант, так что да. А мы творческие люди, мы педагоги. Творческие. Да. Чем вы занимаетесь? Снимаю. То есть вы оператор? Да, оператор и режиссер. Отлично. А что у вас в этом вашем чемоданчике? Расскажите. Это стабилизатор для съемки видео. Мы прям наткнулись на самого настоящего оператора, представляете, друзья. Вы знаете, что такое «Дух огня»? «Дух огня» — это кинофестиваль, который традиционно проходит в городе Ханты-Мансийске. Это кинофестиваль, куда съезжаются люди, различные звезды, показывают фильмы, оценивают их. Давайте с вами представим, раз вы творческие люди, что мы хотим снять фильм на «Дух огня». Продюсер, вставайте вот сюда с нами. Говорите, хватит тратить деньги! Хватит тратить деньги! Дубль один. Югра – лучшее место на земле. Снимаем. Югра – лучшее место на земле. Нижневартовск поздравляет столицу округа с открытием фестиваля «Дух огня». Спасибо. Удачного проведения, побед! Интересных просмотров. Мы бежим убивать мамонта. Все. Так, режиссер, говорите, камера, мотор. Камера, мотор. Поехали. Давайте, скачите на оленя убивать мамонта. О, мамонт заплакал, убежал. Какая-то неудачная охота. Ну, зато мы за жизнь, да, за здоровье мамонтов. Мы любим животных. А мы любим людей. Какая драма! Мы любим животных, а мы любим людей. Прекрасно, друзья. Я считаю, что вы заслужили все Оскары, все вообще награды мира и награды «Духа огня» тоже. Спасибо большое. Может, вы хотите сыграть огонь? У вас оранжевая шапочка. Ну, можно и огонь. Почему бы нет? Я сожгу вашу любовь. Ее больше... Ей больше не быть. Ты не посмеешь. Что вы такое говорите? Наш несмотря на огонь, вы соединитесь. Фильм будет немым. Хорошо. Давайте, снимайте. Говорите, камера, мотор. Раз, два, три, камера, мотор. Надеюсь, на призовое место пойдет. Мотор! Снято! Ждите наш фильм «На духе огня» в 2024 году. Вот, отлично. Вот такие талантливые люди живут у нас в Ханты-Мансийске. Они и актеры, и мастеры пантомимы. А значит, что в следующем году нас ждет много новых интересных лиц и фильмов, друзья.